Здравствуйте, меня зовут Ольга Ингрия, и вы находитесь на моем канале по вязанию. Это видео небольшое, и в нем я вам хочу показать небольшой лайфхак для мастериц-вязальщиц, как спрятать вот такие вот пушистые кончики нити. Мне нравится прятать хвостики с помощью иголки с широким ушком, но эти иголочки бывают разные, от таких вот больших до более маленьких, но тоже с широким ушком. И поскольку у меня пряжа очень тонкая, нежная, то я не хочу использовать вот такие толстые иглы, в которые этот кончик нити, в принципе, хорошо входит, легко. Но толстая игла может мне испортить сам элемент. Разорвутся ниточки, когда я буду ее протаскивать. Поэтому я взяла, чтобы спрятать хвостики, более тоненькую иголочку. Но в эту тонкую иглу трудно вдеть вот такой вот пушистый хвостик. Этот еще не самый пушистый, бывают еще тонкие махеровые нити. Итак, как же нам вдеть этот хвостик в иголку? Есть, конечно, нитковдеватели специальные из проволочки, но они у меня вечно теряются или ломаются. Поэтому я поступаю просто. Я беру нитку обычную, вот так вот ее вдеваю, чтобы получилась петелька. Вот петелька получилась. В эту петельку протаскиваю мою пушистую ниточку и вытаскиваю. Вуаля, нитка вдета. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал. С вами была Ольга Ингрия. До новых встреч. Всего доброго.